Итак, начнем с благоустройства. В Люберцах приступили к посадке летней рассады. Всего в округе планируют украсить клумбы общей площадью 4790 квадратных метров. Первые цветы уже можно увидеть у часовни на Октябрьском проспекте. Ближе к прекрасному отправилась наша съемочная группа. Более 350 тысяч цветов, выращиваемых в Подмосковье, украсят в этом году клумбы и кашпо. Радовать глаз будут такие декоративные растения, как виола, петуния, бальзамин и многие другие. Садовники оформят порядка 500 декоративных элементов. 80 из них разместятся в поселках городского округа. Стоит задача и прополкой заниматься, и есть группы, которые за это отвечают. Нужно и полив организовать, и мы тоже к этому эти все вопросы решили. Есть у нас и предприятия, которые занимаются благоустройством, у нас есть подрядчики, постоянно на контакте, вопросы на контроле. Глава округа уточнил, что при выборе цветов и мест для их посадки учитывались пожелания жителей. Завершить работу по декоративному украшению планируется в течение 2 недель. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.